ООО «Интеллектуальные коммуникации» является официальным партнером компании «Altair Digital» по развитию проекта «Технологии». Проект «Технологии ВР в образовании» прежде всего является образовательным с уклоном на астрономию, космос и обществознание и несет в себе очень большую социальную значимость в сфере образования. Проект уже успешно включен в образовательный процесс в 14 регионах нашей страны и поддержан Министерством образования Российской Федерации. Доказано на опыте, полное вовлечение в учебный процесс повышает мотивацию и успехи в получении знаний. Мне очень понравилось. Это как бы виртуальная реальность. Я как будто бы на другой планете побывал. Я будто Супермен. Я уменьшался и увеличился и летал. Было очень круто. Это было очень красиво. Очень интересно, весело, смешно, познавательно. Можно было посмотреть по сторонам, увидеть больше. Как будто сама полетала над землей, как будто побывала в космосе. Ну, в общем, ощущения такие непередаваемые. Желаю всем посмотреть. Наблюдение за максимально реалистичной картинкой стимулирует мозговую деятельность. А это значит, что с VR-технологиями мы переходим на качественно новый уровень обработки информации. Такой формат позволяет модернизировать урок, вовлечь учеников в учебный процесс, наглядно иллюстрировать и закрепить материал. Здесь построен крупнейший ускоритель в мире. Технология VR – неотъемлемая часть учебного процесса в будущем. А будущее наступает сегодня.